up, we miss you, Mayor. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir au cadeau, darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me now? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Как ты думаешь, Бернар, я успею съесть еще бургер? Не знаю, дорогая. Наверное, успеешь. Но только немного в темпе. Берта! Обожаю бургеры, а ты? Не так, чтобы очень. Ты увидишь, дорогой, что с тобой будет, когда ты поешь американскую кухню и возьмешь диету, которая сделает твою кожу изумительной. Это неправильно. Что неправильно? Она не сделает кожу изумительной? Не о коже. Надо говорить, ты попробуешь американскую кухню и сядешь на диету. Да, почему? Не знаю, почему. Позвони Ксим. Да, приготовьте еще бургер для Мэри. Упакуйте с собой. Хорошо. А малосольных огурчиков побольше, чтобы было что макать в кофе? Огурчики еще есть. Их осталось почему-то больше, чем обычно. В конце концов, каждый питается в меру своей испорченности. А я здесь не для того, чтобы реформировать мир. Мы в курсе. Идите. Уже будет плохо от этого всего. Вас просто попросили, не нужно болтать. Он опаздывает. Еще чем не хватает. Ту, с этими американскими вкусами решительно невозможно работать. Лично у нее плохое настроение. Ну что сделаешь? Она немного удивлена тем, что ты ешь, вот и все. Она мне не дает любви. Ну, без, да. Который час? Без 25. Мне пора. Когда мы вместе, я не в состоянии следить за временем. Я не хочу, чтобы ты уезжала. Когда я буду здесь постоянно, все будет по-другому. Да, и днем, и ночью. А, кстати, когда ты возвращаешься? А, сегодня суббота. Я буду в Лос-Анджелесе поздно ночью. Прилечу опять в Париж в понедельник и улечу в среду к вечеру. В понедельник? Во сколько? Да какая разница? В 6:30. Вечера, время местное. А почему ты записываешь? Как почему? Чтобы ничего не перепутать. С чем перепутать? Чтобы разгрести дела, подстроиться и быть полностью в твоем распоряжении. Все закончится тем, что ты опоздаешь на самолет. Ты меня гонишь? Ну что ты? Ну просто за болтовнее время бежит, а самолет тю-тю. Берта, вы будете хорошо заботиться о месье в мое отсутствие. Все мужчины – большие дети. Не стоит преувеличивать. Таких детей, как наш месье, не так уж и много. Он у нас гонит. Хватит, Берта, хватит. Ладно, я пошла одеваться. Да, поторопись. Что вы собираетесь готовить на обед? United States of America улетает? Жду указаний. У вас ведь все-таки свой график, и меню меняется в соответствии. Вполне верно, будет решение. Вы все-таки отдаете себе отчет, что это не жизнь для служанки? Я знаю, что это тяжелая жизнь для служанки. Знаю. Главное, чтобы это знаете. Вот что важно. Итак, что мне готовить на обед? Приготовьте мясо с кровью. Хорошо. А на ужин, быть может, луковый суп? Нет, только не луковый. Мсье всегда любил лук. Так, никакого лука, не дай бог. На ужин Мишель уже не будет. Она улетит, а прилетит Марта 19.06. Тогда на ужин кислой капусты и сардель. Выхода нет. Ну вот и я тебе нравлюсь? Очень. Ну давай, только поторапливайся. Ой, есть 2 минуты у меня. Еще есть 2 минуты. Я успею покрасить ногти. Так,
какие ногти, у тебя самолет в 11. А сейчас только без 5. А если пробка? Ой, слушай, такой класс? Что класс? Меня скоро переведут работать на новый самолет. Супер Боинг. Летает гораздо быстрее. 4 мощнейших двигателя. То есть я буду прилетать к тебе чаще. Да. Что-то не вижу бурной радости. Даже больше. Я имею в виду, что радоваться раньше времени. Он же даже не завтра произойдет. А чтобы вовремя оказаться в аэропорту, тебе нужно фури отсюда. Кванси Кастен. Кастен? Кто это? О, это мой старый школьный приятель. Гернар, узнаем. Конечно. Как ты? Что ты? Гернар. Познакомься. Это мой приятель Роберт. Очень приятно, месье. А это... Мэри Хопкинс, американка по происхождению и стюардесса по профессии. Ах, ты забыл сказать своему приятелю самое главное, что я твоя невеста. Ах, да. О, моя невеста. А у вас есть невеста, месье? Нет, у меня никого нет, я совсем один. А вот, приехал в Париж. Уверяю вам свое сокровище. Еще минутка, и самолет помашет тебе крылышком. See you soon. Au revoir, мадемуазель. Кофе? Старик, мои поздравления. Да? Какими судьбами в Париже? Жить. У меня проблема с квартирой. Хочу спросить у тебя телефон агентства, через которое ты нашел свою. Мне нужна квартира, поскольку я намерен жениться. Ну ты что, уже помолвлен? Да. Ну, то есть нет. У меня есть одна девушка, я знаю так приблизительно, но все равно я намерен положить конец холостяцкой жизни. Так рано? Ты с ума сошел? Ты же еще боец. А ты что же, импотент что ли? Я смотрю, ты решил положить конец. С чего ты взял? А с чего? Ты помолвлен, значит, ты собираешься жениться. Нет, подожди. Вначале ответь мне. Ты любишь свою девушку? Конечно, я ее обожаю. И потом женить есть социальные преимущества. Какие социальные преимущества? Ты точно больной. Если хочешь жениться, делай как я. Нужно быть полигамным. Любить несколько девушек одновременно. Все преимущества женитьбы без каких-либо семейных обязательств. Главное не переборщить с количеством. Лично у меня всего 3. Меньше – монотонно. Больше – утомительно. 3 – то, что доктор прописал. Значит, ты многостаночник, да? Ну-ка, извини, это же аморально. Аморально? Для кого? Ни одна из них не догадывается о существовании двух остальных. И каждая думает, что она единственная. Я в шоке. Одна женщина – это уже миллион проблем. А ты говоришь – 3. У меня проблем нет. Я нашел выход. Это эксклюзив. Какой эксклюзив? Я говорю, одна женщина – это уже миллион проблем. А две женщины, тем более 3. Представляю, как это головная боль. Никакой головной боли. Для этого и существуют часовые пояса. Что существует? Часовые пояса. Все 3 мои невесты – стюардессы. Стюардессы? Нужно было выбирать между теми авиакомпаниями, которые не пересекаются в нашем аэропорту одновременно. То есть, если расписание авиалинии не совпадает, значит и мои девочки не будут встречаться. Ну, теоретически это все красиво. Хотел бы посмотреть, как ты их разводишь на практике. Элементарно. Просто как по нотам. Останется со мной обедать, а вечером она уже уедет. Да, это юбилейная работа, и нам не обойдется без расчета. Маршрут и расписание, погода и все разнообразию в угоду. Обычно все спокойнее проходит. По паре дней на каждый год выходит Мишель и Мэри с Мартой под маньяк. Да, Марта из Ханза. Вуаля. Я нашел бы, можешь ты спросить. Приятель мне в порту представил их на праздник жизнь. Моя с тех пор покоя.
На одной единственной женщине. Только такая дура, как я,
Могу вас согласиться убирать всю эту квартиру между всеми отъездами и приездами. United Airlines улетает. Air France прилетает. Air France улетает. Ганза прилетает. Нигде ничего случайно не валяется. Вы точно ничего не забыли? Я? Нет. Я ничего не забыла. Она будет здесь через 35 секунд. Ну, такая точность — это уже перебор. Не скажи. В точности моя сила. Мишель! Господи, как я рада тебя видеть. А я как рада. Познакомься, это мой приятель Роберт. Очень приятно. А вы первый друг Бернара, с которым он меня познакомил. Из-за урагана хотели закрыть аэропорт и отменить все рейсы. Я уже думала, что мне придется там остаться на ночь. Хотела тебе звонить. Но тут вдруг Валя и распогодилась. Я здесь. А, ты хорошо вел себя без меня. Ну ладно, ладно. Бернар вам уже сказал, что мы собираемся пожениться? Нет. А то и что? Он сказал, что вы пригласи своего друга с нами пообедать. О, я даже предложил ему пожить у нас некоторое время. Ну вот это замечательно. У тебя хоть тут компания, когда я полечу дальше. Да, когда тебя нет, я вне себе. Чувствую себя таким одиноким. Бедняжка. Вот это и есть любовь. Иду, мой друг, садимся обедать, а то мне в 3 лететь в Каракас. Так, кстати, ты же еще не знаешь. Меня перевели на новый Боинг. Я теперь буду летать. Вот ты что? Какое у тебя будет новое расписание? Я думаю, они быстро его переделают, и мы сможем увидеться чаще. Да, он, наверное, летает быстрее. Ну вот именно я сейчас. Слушай, эти Боинги с каждым годом летают все быстрее и быстрее. Ты понимаешь, что и тебе с этим придется ускорить ритм жизни своего гарема? Дай сюда, туда, сюда. Не волнуйся, все это не ближний свет. Алло? Да, это я. А, это ты, Марта. Понятно, Ганза. Что? Что случилось? Вместо 19 ты прилетаешь в 23? Ты не будешь ужинать? Ну хорошо. До 23 целую. Кислая капуста и сардельки отменяются. Немка попала в авиакатастрофу? Вы отдаете отчет, что это все-таки не жизнь для служанки? Я хотел вам сказать что-то важное и забыл. Со всех их извинений. Кто-то звонил? Ошиблись, мама. А это что? Письмо? Оно адресовано Мэри Хопкинс. Понятия не имею, кто это я. Не получал никаких писем. Может, Роберт знает, а, Роберт? Ты как? Ага, Роберт знает, и никто другой. Ну, в конце концов, она же не очутилась здесь сама. Есть! Я вспомнила, что хотела сказать. А, бонжур, мадемуазель. Бонжур, Берта. Скажите мне, пожалуйста, что это? Письмо. Вы очень догадливы. Оно адресовано Мэри Хопкинс. Кто это? Понятия не имею. Ну, хорошо. В таком случае, что же здесь делает это письмо? Я же говорю, я не знаю. Да, вспомнила, это я забыла. Консьерж сказал мне, вы взяли по ошибке не свое письмо. Если вы соблаговолите мне его отдать, я его тоже спущу вниз. Вы замечательны, Берта. Да, я иду мыть руки и садимся обедать. Ну что, видел? Оп-оп, и все, учись. Все, я на вокзал за вещами. У нас сегодня французская кухня. Какой вокзал? Скажи честно, ты возбуждаешься на форму стюардесс? Учись, пока я жив! Thank you.
Алло. Да. Ах, это вы, фрайя Марта? Нет, Бернардо, нет. Что? Уже прилетели? Вы в Париже? Прекрасно. Да, Бернард будет очень рад узнать, что вы так рано прилетели. Прекрасно. Ура-ля. Да. До скорого, мадемуазель. Не жизнь, а песня для служанки. Отъезды и приезды без конца. От суеты на мне уж нет лица. Я в армии служила молодой, но это сделает меня седой. Была бы здесь нормальная семья, шпионы не работают, как я. Уборка, заметание следов, отсчет секунд, когда обед готов. Кручусь, верчусь, я с мачете темна, а из орла не три, она одна. Была бы здесь нормальная семья, шпионы не работают, как я. У парня заметание следов, отсчет секунд, когда обед готов. Отсчет секунд, когда обед готов. Столько народа, потому что провинции его сильно перекружают. Надеюсь, вы нам не надо. Не очень-то любезны с гостями вашего хозяина. Это я только с вами себе так позволяю. Вы же не чужой, вы в курсе того, что здесь происходит. О да, по части организации вашему хозяину нет равных. Ну конечно. Организовать здесь вот так, чтобы я тут вкалывала с утра без продых. Ну вот Ганс только что позвонил и сказал, что прилетела пораньше. Думаю, что Мишель же улетела. А улететь-то она улетела. Но немка может пробыть здесь 3 дня. Она мне сказала по большому секрету. Думаю, что ее известие будет сюрпризом для всех. Что же будет, если она тут зависнет на 3 дня? Будет дурдом! Это Мэри Американка, она возвращается в понедельник. А сегодня суббота. Ну, у Бернара еще есть время все переиграть. Так где мне устроиться? Где угодно. Но там комната все его невесты. Поэтому там устраиваться не нужно. Но если вам так угодно, там. Ну или там. Там спокойнее, окна во двор. В общем, чувствуете себя как дома. Короче, любезно. Я совершенно не любезно. Просто делаю все то, что видит мне мой съем. Я хватаю своих забот в этом чертовом доме, чтобы оказывать еще всякие любезности гостям с ним. Если вам не нравится эта работа, поменяйте ее. О, легко сказать. Поменять работу — это все равно, чтобы поменять одни недостатки на другие. В общем, шило на мыло. Я смотрю, вы оптимист. Все же нас? Нет. Уже пора. Почему уже? Ну, пока вы еще. Что значит это ваше «пока»? Не успеете пикнуть, как старость будет на пороге. Я думаю, мне еще есть какое-то время. А все именно так и думают. Жениться нужно, пока еще не поздно. У меня есть намерение жениться, но я еще немножечко повременю. И будете неправы. Почему? Ваш хозяин тоже не женат. Чтобы жить как мой хозяин, нужно быть очень искусным. А также сильно привлекательным. То есть вы хотите сказать, что... Да что? Я... Просто если я решаюсь говорить, то говори в лицо! Дорогой!
О, Лена, ты уже здесь. Да, Верка, наконец-то. Я так рада. А Бернарда нет? Нет. Он ушел. По делам. Скоро вернется. В такое время ему совершенно нечего делать в городе. Тем более, что он знает о вашем приезде. Просто не думал, что это произойдет так рано. Как вы думаете, он будет доволен? А, о, конечно, доволен. А как вы думаете, он меня очень любит? Ну, это я не знаю. Ну, когда меня нет, он говорит с вами о... О, конечно, говорит, безостановочно. Он вас обожает. А я вам сказала, у меня целых 3 свободных дня. Что вы говорите? Да. Бернард, меня любит от бедняжка, знаю ему, без меня так тяжко. Не спит, ночами воет на луну. Он только сердце предпочитает. Я не знаю, но я создана на канал. Да, я вам повезла.
гораздо больше, чем мне. А вот если бы мы были в Америке, мы бы уже давно поцеловались. Без всяких задних мыслей. Да, Америка великая страна. И американцы великий народ. Они понимают толк в жизни. Немцы тоже. Великий народ. Боитесь, что мне удастся вас убедить? Да, боюсь. У вас есть козыри. Вы смешной, симпатичный, приятный. Мне от вас нужно держаться подальше. И потом, я люблю Бернара. Ауф, Петерсейн, вот так. Ваша пачка. Что? Сигареты для Марты. Да, кстати, Ганс приехал. Да, я уже видел. Давайте я и сам передам. Вы? Да. А что тут такого? У меня подозрительно блестят глаза. А у вас, наверное, сейчас какие-то неотложные дела, правильно? А вот нет, неправильно. Как раз сейчас мне вот решительно нечего делать. Нечего делать? Ха-ха-ха, не смешите. Но у меня такой вид, кто мечтает, чтобы я ушла. Да нет, что вы, оставайтесь. Просто, если вам нечего делать, то найдите чем заняться. Иначе я скажу Бернару, что вы... Не дорабатываете. Ох, нахал! Я так сказал?
Давай скажи, что я вру. Нет, ну почему? Ну, это возможно, но это моя комната. То есть моя и Мишель. Я знаю. И поэтому ты добавил. Располагайся, старик. Чувствую себя как дома. Здесь более уютно. Короткую не упадь. Ну, ладно, возможно. Но сейчас все изменилось, Мишель вернулась, поэтому прошу, верни нам нашу комнату. Нет. Я там как раз раскладывал свое нижнее белье. Не могу ли вам демонстрировать свое нижнее белье, я стесняюсь. Да я не буду смотреть на ваши вещи. Вы-то не будете, а я все равно стесняюсь. Ну, поставьте себя на мое место. Вы такая очаровательная, входите в комнату, а там... Ну, поймите меня. Ну, хорошо. Если все так серьезно, забавные у тебя друзья. Ой, ты что, больной что ли? Я-то здоров. А вот ты, Марта, ты про нее забыл? Почему забыл? Она-то как раз приедет после 11. Она уже здесь. Здесь. Здесь? И ты до сих пор молчал, идиот! Я идиот. Я тут прыгаю, полчаса изворачиваюсь, чтобы выпихнуть ужин от тебя на природу, а ты хочешь сэкономить на ужин, типичный француз. Хочешь ужин здесь, давай, пожалуйста. Ты меня на руках должен носить. А ты обзываешься еще. Все, хватит с меня. Я переезжаю в отель, разбирайся сам со своим Дарьем. Так, сейчас не время. Не время для истерик. У меня истерик. Истерик сейчас будет у тебя. Давай, выпутывайся, ты же у нас хитрый змей-искуситель. Давай, пока ты еще развлекайся в свое удовольствие. Так, Кролик, ну ты не можешь просто взять и уехать. Как... Прилеты вне расписания. Такого еще никогда не было. Это ты все накаркал. Спокойно. Сейчас выкатимся. Воля, ты уматываешь с Мишель до того, как Барта выйдет оттуда, а я ей говорю, что ты задержался по делам. Прекрасно. Займись ей. Я... Постараюсь увести Мишель, до завтра она улетит, и все вернется на свои места. Да, только учти, что она завтра должна действительно улететь, потому что Марта прилетела на целых 3 дня. Мой зайчик, ты здесь. А где же мне еще быть? Какое счастье. Счастье, только я, к сожалению, должен убегать. Тогда я с тобой. Это невозможно. О, да, это абсолютно невозможно. Почему твой друг во все сует свой нос? Вы уже познакомились? Да. Да. Ну почему ты не можешь взять меня с собой? Я же еду по делам, ты же знаешь, что это такое. Оставьте нас, пожалуйста. Да. Ну почему? Он же нам не мешает. Я к тому же должен уже уезжать, а ты поужинаешь с Робертом. Без тебя? Я обещаю, что я скоро вернусь. Тогда я не буду ужинать. Я приму ванну, лягу в постель и буду ждать тебя. Ну, если тебе так хочется. Я тебя обожаю. Ты знаешь, я прилетела на целых 3 дня. Как прекрасно. Ну да, это прекрасно. А вам-то что с этого? А я разделяю вашу радость. Он очень сердобольный. И не бойся. Да-да, и быстро-быстро. Почему быстро? Почему все быстро? Да, он прав. Нужно торопиться. Иди мойся. Мойся от души. Я уже вернулся. Какой сюрприз для тебя, что Марк прилетел пораньше, да? Конечно, я была права. Мне нужно было попробовать. Мадемуазель еще и здесь? Да, Барта, представляете, я улетаю только за мной. Только завтра? А мадемуазель тоже там? Тоже, а почему тоже? Да я хотел сказать тоже. Ой, что-то у меня нехорошо. Мне нужен коньяк, держите. А вы уматывайте. Поехали. Куда это? Как куда? Ужинай за природу. Ну, я хочу остаться здесь, дома. Ну, я там назначил поиски рандеву. Ну, хорошо, я подожду тебя. А твой друг меня зайдет? Это невозможно. Почему? Да потому что у меня тоже дела. Потом у меня раскалывается голова. Как
соседка. А ты полетай по 300 тысяч километров в год, а потом с тобой поговорим. Кстати, что у нас на ужин? На ужин? Да, на ужин. Кисло-капустные сардельки. Какая изобретательность, это что ты заказал? Он. Я? Просто я считаю, что кислая капуста немножко тяжела для желудка.
есть ваши сосиски, колбасы. Берта, что сказал Бернард? Когда он вернется? Когда уйдет, он сказал точно. А вот когда вернется, то очень кубан. Все же, если бы нам уже не было кислой капусты, я был так счастлив, что Бернара нет. Ужин наедине с вами. Ну, не сердитесь. Подарите мне маленькую улыбку. Думаете, я не понимаю всех ваших этих штучек? Что вы мне за ужином подмигивали со странной улыбкой? Это просто потому, что вы мне очень нравитесь. Но даже если я вам очень нравлюсь, вы мне не нравитесь совсем. А вот если бы мы были с вами более романтичны, вы бы не могли прогуляться. Ну, уже ночь, и ничего не видно. А зачем нам что-то видеть? Нам нужно подышать. Ну, все будет по-честному. Прилично. Ну, чем вы рискуете? Вы уже достаточно взрослые. Расценивайте это как игру. Я знаю ваши эти французские игры. Они опасны. Не для вас. Вот здесь Бернард. Вот когда вы меня поцеловали дважды. Первый раз по ошибке, а второй раз после вашего грубого шантажа. Какой шантаж? Помилуйте, будьте снисходительны. А репутация? Нет. Клянусь, обещаю, вот честное слово. Ну ладно, пройдемся часок. Может быть, оставите меня в покое. Вижу, как дорого стоит ваше честное слово. Нет, я это просто... Ну, все, просто все, я к вам. Счастлив, я... Ну, простите меня. Можно брать как? По-моему, она недовольна. Недовольна. Она меня не хочет. Мой милый месье, вам еще предстоит справиться с American Airlines. Мне? Ну, нет, я не привык отступать. Перед трудностями только вперед. Hello. Добрый вечер, мисс Мэри. Добрый вечер. Как хорошо снова оказаться дома. А что случилось, мисс? Да, просто буря заставила меня развернуться. Я вернулась обратно и буду ночевать здесь. А Бернарда нет? Нет, он был вынужден уйти. Ненадолго, надеюсь. Да на чуть-чуть. Хорошо, здесь так хорошо, спокойно. Ну да, здесь тихая заводь. Тише бывает. Вы куда? Расслабиться. Он напротив. Напротив. Пройдите напротив. Зачем? Наша комната с Бернаром вон та. Я знаю. Он предложил ее мне, я принял его предложение. Как? Да, это истинная правда. Да, он сказал, старик, пока Мэри в Америке, живи в моей комнате. Она более уютная. Ну, не переезжать же мне. Не переезжать, поскольку я снова здесь. Исключено. Да, исключено. Что за бред? Я вернулась и требую, отдайте мне мою комнату. Нет, надо дождаться возвращения Бернара. Это распоряжение хозяина. Без его ведома никто никуда не переезжает. Да, давайте без самолета. Но это невероятно. В конце концов, кто в доме главный, мужчина или женщина? Мужчина. Ничего подобного. Женщина. Не знаю у вас, как тут во Франции, а в Америке всем командует женщина. И мужчина ей во всем подчиняется, без вопросов. Что, совсем без вопросов? Совсем. Женщина — это голова, а мужчина — это деньги. Мы в данный момент находимся во Франции, а во Франции всем распоряжается мужчина, поэтому извините. Ошибаетесь. Дайте мне что-нибудь съесть, а то я не обедала. А потом увидите, как вернете мне мою комнату. Накройте здесь, Берта. Здесь, в гостиной? Нет. Берта накроет вам на кухне. Да, на кухне. Хорошо, я буду есть на кухне. Да, у нас во Франции так принято. Так, все, я готова. Я ухожу одна, понятно? Ну как же, Бернард же мне поручил заботиться о вас. У вас странная манера заботиться с таким блеском в глазах. Да если вы присмотритесь с ним поближе, то вы увидите. Нет, я вижу на дальнем расстоянии. А
Откуда эта сумка? Это моя. Моя. Ваша? И что вы, мужчина, делаете с этой сумкой? А я в ней храню. Храню интимные мелочи. Зубную щетку, пасту храню, помазок. Это не делает вам чести. Надеюсь, во Франции мужчин не принято рыться в дамских сумках. Пардон? Я спрашиваю, почему вы роетесь в моей сумке? Я что, взбрело в голову? Что мне должно сбрести? Я вижу вас, прижимающего мою сумку. Пардон. Извините. Я никогда не ношу с собой наличных. Нет, я чисто автоматически вы ее положили на кресло, я хотел сесть, я ее взял. Ну, что вы думаете? По поводу чего? По поводу того, что я вам сказала насчет американской женщины. Ваше мнение имеет как преимущество, так и недостатки. Никаких недостатков. Чтобы все шло гладко, главное, чтобы всем командовала женщина. И Бернар с этим согласен. Если Бернар согласен, какие могут быть вопросы? Поэтому, если я хочу расположиться в нашей комнате, меня никто не остановит. Но... Что это за сумка? Это моя. Храню свои интимные мелочи, пасту, помазок. Ну хорошо. Я вижу, вы хорошо устроились в нашей спальне. Ладно, оставайтесь там. Тем более, что Бернар вам ее предложил. Вот все время спрашивают, почему Америка великая страна. Мы очень рациональны. И в вопросах любви тоже. Вы убедитесь в этом? Ну что? Что вы об этом думаете? Ну, сказать. Неужели вы не поражены моей филигранной техникой? Да не то, чтобы поражен, конечно. Ты никогда не ожидаешь. А сейчас вы ожидаете? Я хочу, чтобы вы оценили мою технику. Я, знаете, все-таки не эксперт. Но это же интересно. Интересно, но это не значит, что нужно целоваться ни с того, ни с сего, с каких-либо мотивов. Вы мне не нравитесь, но вы не вызываете отвращения. Спасибо. Давайте поговорите. Люди целуются, когда нравятся друг друга. Ну, понимаете, я хочу сказать разного мнения. Бернар меня любит. И он не может судить, ему не с чем сравнивать. Да, а между нами же ничего нет, мы можем целоваться механически, технически тест. Ну что, вы готовы? Давайте. Нормально для служанки постоянно видеть такое.
зрения. Технический тест. Ну что, вы готовы? Во всем этом кошмаре я забыл свои ключи. Опа! Да. Ну ты же должна быть совершенно в другом месте. Ты понимаешь? Я позвонила, а ты уже ушел. Страшная буря заставила нас развернуться. А ты где был? Я ходила по делам. У тебя взволнованный вид такой. Ну, я-то забежал на минуточку. Я собирался в Сен-Жермен. Что ты там забыл? Захотелось на природу. Извини, что помешало. Раз ты отдал нашу комнату своему другу, мы будем спать там. А ты мне сказал, что там будет спать Берта. Я? Я так сказал? А, да, я вспомнил. Берта захотела сменить обстановку. Она очень устала. Ты все время в разъездах, вот и она решила попутешествовать хотя бы по этой квартире. Хорошо. А где бы ты спал, если бы я не вернулась? Ну, когда я устаю от города, я обычно уезжаю куда-нибудь на природу. Поехали в Сен-Жермен. Нет, я устала. Останемся дома. Я приму ванну, и мы ляжем там. Новое место ужасно возбуждает. Я не нужна, мсье. Постель там постелена? Нет. А где мы тогда будем спать, если Бернар отдал нашу комнату своему другу? Может? Нет, дорогая, с вами мы спать точно не будем. Со мной? Вы же там будете спать. Да, вы меня сами просили, чтобы сменить расстановку. Я? Да, вы, я присутствовал при этом. Так, идите и стелите постель. Пойдемте, Берта, я вам помогу. Пойдем. Спасибо, Митя. Даже не в себе. Где она? Кто? Мишель. Откуда я знаю? Думал, вы в Сен-Жермен. Она мне такую устроила. Посреди ужина в ресторане вскочила и убежала. А что, Марта? Пошла прогуляться. Я хотел ее проводить. Я даже хотел за ней поухаживать. И ради дела. Но она плохо восприняла мое ухаживание. И вообще-то меня поставил в дурацкое положение со своим гаремом. Да, я уже начал задумываться. Так уж безупречна моя система. Да ладно, ты же сам сказал, что сегодня исключение. Так, я постараюсь до завтра увезти Мэри на природу. Увезти на природу — это же навязчивая идея. А что делать? А что так? Слушай внимательно. Если вернется Мишель, меня нет. Ты ничего не знаешь, с тебя взятки гладкие. А если в это же время вернется Люфганзе, что я ей скажу? Скажешь. Мои нервы начинают сдавать. А твои? Да, у меня вроде все в порядке. Значит, столица, я знал, что здесь совсем другая жизнь. И потом можно повидать мир, не выходя из квартиры, и есть риск. А кто не рискует, тот не пьет шампанского. Все нормально, комната очаровательна. Я уже возбуждаюсь. Пойдем, my love. Где он? Кто? Верно. А он разве не с вами? Я думал, вы в Сен-Жермен. Это так грустно. Мы поругались, и мы всего на минуту расстались. Через минуту я возвратилась, сердце тревожную дрожью забилось. Но он ушел и меня наставил, пламень любви вдруг потух и растаял. Нет, я люблю его, он меня тоже. Жить мы совсем друг без друга не можем, не можем. Когда мы поженимся, все изменится, это точно. Ну хорошо, а как ваши дела? А это что? Это моя. Я мне храню свои интимные мелочи, зубную щетку, пасту, дома зуб еще. Да нет, это просто женская сумка. В ваших руках она смотрится достаточно смешно. О, это я и не то, что вы подумали. Я ничего не подумала. Иду спать. А когда вернется Бернар, скажите ему, чтобы он попросил у меня прощения. Нет, я не вижу никакого смысла ехать в Сен-Жермен на ночь глядя. И потом дома лучше, и потом я уже иду в ванну.
ничего невозможно сделать. Кошмар. Мишель. Что, Мишель? Кто? Она вернулась. Не может долго продолжаться. Это скоро все затрещит по швам. Спокойно, спокойно, Лето. Крах твоей идеальной схемы. А вот и он. Можешь успокоиться, тебе удалось вывести меня из себя. Потише. Никаких. Я не хочу ни от кого прятаться, чтобы заниматься с тобой любовью. Любовь не нуждается в том, чтобы ее скрывать. Пожалуйста, успокойся. Да. Мне действительно нужно успокоиться. Пойду приму ванну. Ну, подожди. Он примет ванну первым. Ничего себе. Он примет ее вторым. Нет. Он гость. Да. Не могли бы вы мне уступить? Нет. Мой друг очень галантен. Ну, дела. Ой, я чувствую себя гораздо лучше. Пойдем, мой милый. Да, сейчас иду. Слушай, это американка, это нечто. Знаешь, немка тоже очень симпатичная. Если честно, то мне все больше по душе Мишель. Да, она тоже очень яркая. Ну, а не твой выбор, не мне судить. Кстати, путь свободен. Мишель может пойти принять ванну. А я уже начинаю привыкать к этому. Туда-сюда, туда-сюда. А я нет. Слабак, слабак. Иди позови ее, а там действительно подумай, что я не хочу пропускать ее вперед. Интересно, вы мало. Ну как тебе шутка удалась? Это я попросил его сказать тебе, что он принят ванну первым. Хотел посмотреть на твои реакции. Ну и что? Посмотрел? Я тебя обожаю. Немедленно поцелуй меня. Знаешь, Дедман, ты все-таки должен на мне жениться. Вот, просто обязан. Вы такая очаровательная, а он недостоин вас. А если бы вы были на месте Бернара? Вы бы женились на мне? Это не непременно. Ты вмешиваешься. Вы не вмешиваетесь. Мишель спрашивает, я отвечаю. Дело в том, Бернард, что я должна тебе сказать, ты просто создан для семейной жизни. Ты испытываешь отвращение от всякого рода интрижек. И ты относишься к типу мужчин однолюбов. Ты просто прототип идеального мужа. Точно твой портрет. Ты просто хочешь быть уверен в том, что сделаешь меня счастливой. Мои права? Права на все 100. Психология — твое призвание. Когда мы будем мужем с женой, все будет по-другому. Вот и видишь. Слушай, я тут сойду с ума. Ну и денек, а? А я смотрю, ты как ни в чем не бывало. У меня, кажется, крепкая нервная система. И потом, должен же быть кто-то в роли небесного покровителя, чтобы вытащить тебя из этой ситуации. И сейчас самое время к нему обратиться. Супер! Проходи! Нет, мне необходимо с тобой поговорить. Я оказалась неверной. Твой друг мне нравится. Превосходно, мне он тоже нравится. Мне он нравится по-другому, чем тебе. В смысле? Объясни. Мне он нравится больше, чем ты. Я абсолютно тут не при... Молчите. Да не вмешивайся, а? Не вмешивайся. Что меня касается, нет? Да, я целовалась с ним. Ты с ней целовался? Это не то, что ты подумал. Ну, дело в том, что... это ты, а потом он захотел еще, а потом мне это понравилось. Я люблю его, Бернар. Вы меня любите? Да, поэтому я не могу быть больше твоей невестой. Все как-то внезапно, она не преувеличивает. Да это была не моя ошибка. А ты? Ты ее любишь? Ну, она мне нравится. Очень. Ну, тогда я не буду костью в горле. О, спасибо, Бернард, спасибо. Тебе не доставит это больших страданий? Ну, конечно, доставит.
Ты так сильно мил не будешь. Поцелуйтесь. Это меня утешит. Ой, наконец-то. Пардон, а кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Мишель, познакомься, это Марта, невеста Роберта. А, Роберт, ты как, а, старичок? Я поздравляю вас. Если бы вы знали, как я счастлива. Я рада за вас, мадемуазель. А как вы оказались здесь в столь поздний час? Ой, да я транзитом. Вы летаете? Я тоже стюардесса. О, не может быть. Да. Мы даже в какой-то степени сестры. Можно вам ты? Надо с тобой познакомиться. Да, и поскольку я здесь, она приехала меня повидать. Правда? Да нет, все не совсем так. Не мелочись. Ваши какие-то. Почему все скрыли от меня какие? Да все случилось только что. Ну, у вас и скорость. Это что, пока я пошла в ванную, была там, вы тут хоп, представляешь, хоп, и все. Да, вот это хоп и вуаля. Это же обольститель. Да. Где-то встретила этого обольстителя. А здесь? 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 То есть, итак, ты пригодилась сюда повидаться со своим суженым посреди ночи, и не будучи при этом с ним знакома, так? Все не совсем так. Все случилось благодаря поцелую. По ошибке. О, ладно, ладно. Расскажите друг другу про свою жизнь как-нибудь в другой раз. Что касается меня, то я вижу, что эти люди любят друг друга, поэтому давайте не будем выяснять, что, как, где, почему, когда. Ну хорошо. Примите еще раз мои наилучшие пожелания. Спасибо. Тебе того же. Я? А что я? Чего мне еще желать? Бернар мой жених. Что? Это трудно объяснить. Да и уже вообще слишком поздно. Его место, Бернар? Да. А что тут такого? Вот что за манера обсуждать такие личные вещи, а? Когда я его увидел, я понял, что они созданы друг для друга. Ну ты не мог этого видеть. Ну понимаешь, это не мое дело. Но тем не менее. В общем так, короче. Я, конечно, извиняюсь. Ну, я была невестой Бернара еще до того, как... Что? Дай позволю тебе объяснить. Я был с ней помолвлен до того, как с тобой. Вот как и что? Что, что, что? Она его любит. Я не знала его раньше. Это случилось только после того, как... Никаких до и после. Прошлое в прошлом, есть одно единственное. Ты его любишь, я это угадал. Я был помолвлен с ней, а теперь с Мишель, чтобы не переживать очень сильно из-за того, что ты меня покинула. Она бросила меня. Боже мой, какая я была дура. Со своей искренностью и со своими угрызениями совести. Так ты был женихом. Ты обманщик. Я обманщик? Роберт, хотя бы ты ей скажи, разве я обманщик? Ну нет. Так, все, нужно просто отвечать да или нет. Ты невеста Роберта? Да. Хорошо, Роберт, ты жених Марты? Да. Прекрасно. Кто остается? Мишель, ты моя невеста? Да. Замечательно. Все в порядке, я жених, ты невеста. Они тоже жених и невеста. Все, баиньки. До завтра! До завтра! Фух. Я уже думал, никто никогда и никуда не уйдет. Согласись, мы оделали с легким испугом. Три женщины – это три образа жизни. И одна зарплата. Я ухожу. Все закончилось, он только что забрал у меня Марту. Две женщины – это тоже очень много. Я решила поехать с тобой в Сен-Жермен, а оттуда в аэропорт. А, да. О, мисс Мэй, вон письмо. Мне? Угу. Что там такое? Я не могу тебе этого сказать. Не можешь? Я бы хотел знать, если ты твой жених. Ой, Бернар, я влюблена. Я в курсе. Да не в тебя. То есть, я тебя люблю, но это не может так больше продолжаться, я ухожу. Уходишь? Да. Год назад на рейсе Нью-Йорк-Мехико я встретила мужчину, который сказал, что станет миллиардером, чтобы жениться на мне, и он встал. Просто что? Кино. Нифига себе. Я ухожу.
Ты не можешь так просто взять и уйти сейчас. Почему? Сейчас летит Боинг. Сегодня я поменяюсь с подружкой, а потом вообще брошу работу. Я создана для светской жизни. Итак, месье осталась всего одна невеста? Выходит. Будет дело за невеста. Признаться честно, стало легче. Не переживай, старик. Зато ты решил самый главный вопрос в жизни. Жена. Одна или несколько? Если одна, то кто именно? Тяжело, наверное, смотреть, как они вот так разлетаются одна за другой. Да, это я. А, это ты. Самый тут, из аэропорту. Ир, ты немедленно брось трубку. Что? Нет, нет, я уже не по этой части. Нет, извини. Ну, спасибо, что позвонил, да. Что? На линии Париж-Рио? Не, не надо. Не, я женюсь. А? Бронзовая кожа и голубые глаза? Да? Не, я передумал. Плевать. Подожди, подожди, подожди. Запиши информацию. Подожди, не бежи. Что, ты же не будешь, как я? Ну нет, ну как можно такое упустить? Запиши информацию. Я уже подумал, записывай. Ну это безумие. Алло, ты еще здесь? Послушай, а вместо меня будет мой друг, это возможно? Ну хорошо, даю ему трубку. Держи. Алло, бонжур, месье. Да, меня зовут Роберт. Ага, так что вы говорили про бронзовую кожу и голубые глаза? Да. Итальянка? И японка? Роберт, иди пожелай мне спокойной ночи. Я хочу видеть твои глаза. Это, месье, меня это тоже больше не интересует. Но я только что нашел нечто более интересное. Женщины всех стран в одной. Ну что, все в порядке? Слушай, у него там была бразильянка и даже русская. Бразильянцы – большая редкость. Признаться честно, превосходно то, что я благодаря всему этому встретил ту единственную женщину, на которой хочу жениться, Мишель. Да, и я тоже. Какие мы непостоянные, а? Держи. Попали? Попали. Как мы попали? Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de Goiás.